Вы с ними еще не разобрались, верно? Поспешите! Защищайся, Вайнгард! Я пришел убить тебя! Ах ты, предатель! Твоя душа гнуснее твоей рожи! Я убью тебя, прежде чем ты отцарапаешь мой прекрасный лик! Я тебе помогу! Здесь драка! Стой! Монстром стало меньше. Хорошо сработано. Я больше не могу.
Стоять! Ты принес сведения? Нет никаких. Это была странная встреча. Марк бредит о каком-то артефакте. Да, он все кричал, как видно, у него все та же болезнь. Кажется, начинает видеться суть. Расскажи мне о Марке подробнее. Он был хорошим воином, но на заданиях стал приторговывать разным товаром. Болотной травой, выпивкой и артефактами. И что было потом? Он провалил важное задание, потому что забрал часть сил на сопровождение огромного груза артефактов. Его силы не вернулись с задания вовремя, и он, в свою очередь, сбежал от противника. Мы много людей потеряли в тот день. По такому случаю он провел 2 недели в темницах. Его нужно было казнить. Почему всего 2 недели? Он показал великое раскаяние. Кроме того, он очень сильно заболел, и Ли решил его пощадить. Тем не менее, запретил ему год выполнять любые задания в Ордее. Как давно это было? 3 недели назад. А что его войска? Они были наказаны? Ну, они сошли с ума. Неясно почему. Что? Когда ты говоришь, вы стали замечать эту хворь? 2 недели назад, но первые случаи могли быть и раньше. Грубо говоря, в то же время, когда в город прибыли артефакты. Войска Марка сошли с ума, а сам он заболел. Слушай, наверное, все эти происшествия вызвал злой артефакт. Злая магия проникла в город. Возможно, ты прав. Черт бы побрал виновного в этом! Прибереги проклятие на потом. Сначала этот артефакт нужно найти. Ты прав, но как? Нужно собрать все артефакты в окрестностях. Мы не сможем. Большинство наших солдат вынуждены оборонять город, потому что идет война. Остальные ищут в городе новые случаи. Воин, ты сделаешь это ради нас. Жители Миртаны близки моему сердцу. Да, я сделаю это. Спасибо. Известно ли тебе, где могли распространиться артефакты? В области между Ордеей и Венгардом. Хорошо, мне пора. Готово, все здешние артефакты. У тебя встревоженный вид. Что стряслось? Пропал отряд моих лучших разведчиков. Какой район они разведывали? Земли между Ордеей и Кабдуном. Можешь выручить нас? Могу. Наше тебе спасибо. Наши осведомители сообщают, что орк Эболт, похоже, охраняет новую группу пленных. Думаю, это и могут быть наши разведчики. Ну давай, зададим им урок. Воевать нельзя. Мы договорились с Ли, что будем упражняться в сдержанности и не беспокоить тонкое равновесие мира. Нападать на врага нельзя. Просто подтверди наши сведения. Хорошо, мне пора. Тебе пора идти. Я бы предпочел честную драку. Посмотрим, что произойдет.
Стоять, человек! Иди туда, откуда пришел, или клянусь Белиаром, я скормлю тебя падальщиком. Подожди, друг, я пришел с миром. Мне просто нужно знать, что ты охраняешь. Не твое дело. Хотя, как все орки-охранники, ты наверняка и сам не знаешь, зачем тебя сюда прислали. Твоему сведению, я очень хорошо знаю, что здесь делаю. Я охраняю шпионов, которых мы недавно нашли. Ну, извини, друг. Предоставлю тебя твоему делу. Стоять! Твои сведения вроде бы верны. Твои шпионы у Эбболта. Отлично. Что предлагаешь делать? Ты должен вернуть наших разведчиков назад. Зачем? Легко можно вырезать. Ли считает, что насилие не всегда верное решение. От маленькой искры может разгореться пламя войны. Он считает, что кровь нельзя проливать, если проблему можно решить мирно. Похоже, наш Ли стал медлителен. Пока сделаем по-твоему. Готовьтесь к новой Миртане. Мы готовы. Друг, я пришел просить о свободе твоих пленников. Наш человек думает, что умеет шутить. Глупый человек. Ты впрямь считаешь, что я отпущу своих пленников по одной твоей просьбе? Я воин. Давай прямо поговорим, как воин с воином. Я думал, что ты умнее других орков-стражников. Ты наверняка должен знать, что разведчики безобидны. Или тебе нужно у кого-то справиться об этом? Я... Слушай меня. Думаю, тебе известно, что паладины Ли могут весь лагерь сравнять с землей за сутки. Зачем терять весь лагерь из-за кучки несчастных разведчиков? Ладно. Забирай их. И не приходи больше. Ты так меня утомил. Спасибо, ты и правда умнее других. У нас обоих еще будут неприятности. Дерево горит хорошо. Давай, давай!